случайная находка. Накануне в поселке Прибрежный сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2101 для проверки документов. За рулем оказался подросток 16 лет. Прав на управление автомобилем у молодого человека не было. Помимо него в авто находился еще один несовершеннолетний и трое молодых людей 18 и 20 лет. При беседе с водителем сотрудники заметили странное поведение пассажиров. Все присутствующие пояснили, наркотических веществ в машине нет. В бардачке был обнаружен спичечный коробок, в котором находилась масса, внешне похожая на коноплю. Также при досмотре пассажиров и водителя у одного из несовершеннолетних была обнаружена коробка от сигарет, в которой также находилось вещество, внешне похожее на коноплю. Коробки с подозрительным веществом были изъяты. Как пояснили сами задержанные, в коробке из-под сигареты в спичечном коробке они перевозили смесь гашишного масла и табака, которую изготовили самостоятельно. В настоящее время проводится экспертиза.